Здравствуйте, меня зовут Екатерина. Сегодня мы приготовим традиционное русское блюдо – солянка. Для приготовления этого блюда нам понадобится соленые огурцы, сметана, томатная паста, маслины без косточек, петрушка, лук, морковь, лимон, полусухая колбаса, копченая грудинка, сосиски. Вы можете использовать любую другую колбасу или копченое мясо. Теперь нам нужно достать мясо из нашего бульона. Чтобы ваш бульон получился прозрачный, включите нагрев выше среднего и доведите бульон до кипения. По мере закипания будет выделяться пена, которую нужно будет постоянно убирать. Когда пена закончится, тогда можно убавить огонь и добавить одну луковицу, что придаст вашему бульону наваристый вкус. Подогреем наш бульон. Пока наш бульон греется, мы приготовим зажарку. В первую очередь мы порежем лук. Далее нарезаем морковь соломкой. Ставим нашу зажарку на плиту. Впервые в России солянка появилась в 14-15 веке. Изначально это был густой суп, сваренный на рыбном бульоне. После уже стали варить грибной бульон и мясной. Лишь одно осталось неизменным – это наваристость бульона, острый, соленый и кисловатый вкус. Обычно для солянки все режут соломкой. Также соломкой нарежем грудинку и сосиски. Лук с морковкой почти готовы. Сейчас мы порежем огурцы. Кстати, многие вместо соленых огурцов используют каперсы. Интересный факт, что это блюдо стало популярным в Германской Демократической Республике. И по сей день немцы очень любят солянку. Отправляем наши огурцы к зажарке. Сюда же добавляем томатную пасту и один половник бульона. Все вместе перемешиваем, накрываем крышкой и оставляем тушиться примерно на 10 минут. Мясо очищаем от прожилок и жира, нарезаем и отправляем в бульон. Зажарку выкладываем в суп, на этой же сковороде обжариваем колбасу буквально 2 минуты и тоже отправляем к нашему супу. Маслины нарезаем кольцами, а лимон, сметана и петрушка нам понадобятся для сервировки. Современный рецепт блюда отличается от традиционного. Главное отличие заключается в использовании маслин и лимона, которые на Руси не произрастали и могли присутствовать разве что в рационе царей и князей. Наша солянка почти готова. Оставляем ее томиться примерно 10 минут на медленном огне, а пока подготовим лимон и петрушку для подачи. Последний штрих – петрушка. Наша солянка готова. Выключаем нагрев и оставляем настояться под крышкой около 30 минут. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!